создании Нового Московского театра из нашего курса. Это такая цепь обстоятельств, которые сложились вместе. Собственно говоря, даже не, это не наша идея, хотя мы долго мечтали, долго думали о том, что надо что-то такое свое начинать делать. Не для себя любимых, а в принципе. Но есть инициаторы создания Нового Московского театра с нами, с Ольгой во главе. И это даже не наша была идея и не наше предложение. Нам предложили, не хотите ли вы, а мы вам поможем. Я бы им пожелал не бояться зрителей, замечательно играть и стать прекрасными актерами, чтобы еще я у них учился чему-то тому, чему не умею.